Всем привет! Начинаю свою новую фудбук вот с такой вот красоты. Это чесночные булочки я напекла с утра. Просто обычное дрожжевое тесто. Испекла булочки и смазала их смесью подсолнечное масло, чеснок и петрушка. Очень ароматно, вкусненько. Мы любим такие чесночные булочки. Вот. А здесь просто булочки такие к чаю. Уже из обычного дрожжевого теста. Вот это у меня лук-морковь на суп. Сейчас я варю суп. Чуть попозже вам его покажу. Вот он мой супчик рисовый. На курином бульоне сварила без зажарки. Лук-морковь просто кинула так. И картошка. И все. Такой вот у нас сегодня обед. Еще сегодня я приготовила вот такой вот салат. Здесь просто помидоры, болгарский перец, лук. И заправила подсолнечным маслом. И посолила, и обязательно поперчила. Перец черный я вообще добавляю во все салаты, без исключения. Вот. И сварила вот такой вот компотик из сливы. Вот. Сейчас буду переливать в графин его. Охлаждать и будем пить вкусный холодненький освежающий компотик. Всем приятного аппетита! Приготовила сегодня вот такую картошечку в духовке. Отварила картофель прямо в мундирах. Вот. Молодая картошечка. Вот. Потом разрезала пополам, немножко подсолила. Затем смешала сыр натертый с майонезом, зеленью и с чесноком. Вот. Положила сверху на картошечку и в духовку. Так вот подрумянилась. Пахнет, конечно, вообще супер. Видела недавно у кого-то на канале такой рецепт и решила попробовать. Вот. Сейчас еще делаю куриную грудку в духовке. Попозже вам покажу. Оставайтесь со мной. Пока готовится у меня курочка в духовке, я приготовила вот такие вот баклажаны. Называется баклажаны как грибы. Делаю уже второй раз, нам очень понравилось. Рецепт очень простой. Нарезала кубиками баклажаны, отварила немного, 5 минут буквально. Вот. Потом дала остыть им, добавила 2 зубчика чеснока, у меня такой объем небольшой. Вот. Петрушки, соль, перец черный, подсолнечное масло, пару столовых ложек и 1,5 столовые ложки уксуса 6%. Вот. Сейчас закрою крышкой, поставлю в холодильник, и к вечеру уже будет готова вкусненькая такая закусочка. Вот. Так что попробуйте обязательно, кто еще не пробовал. Баклажаны как грибы называется. Вот и приготовилась наконец моя курочка. Это куриная грудка. Я сделала надрезы такие. И в надрезы положила сыр и помидорчик. И сверху посолила, поперчила и немного смазала майонезом, вот, чтобы подрумянилась. Такая вот красота получилась. Пахнет, конечно, очень вкусно. Первый раз я делала по такому рецепту. Перед подачей я еще раз поставлю в духовку и еще хорошенечко подрумяню посильнее. Вот. И хотела вам как раз показать нашу новинку, так сказать. Духовка, она правда уже старенькая такая, но она очень мощная и хорошая. И хотела у вас попросить совет, девочки, подскажите хорошее средство для чистки духовки, потому что очень уж она такая вот грязненькая уже. Что-нибудь такое посильнее, чтобы хорошенечко все это очистить. Вот. И здесь вот 2 сверху и снизу греет. И перед подачей я курочку поставлю и включу верхний вот этот подогрев, чтобы она подрумянилась. Еще к столу я порежу свежие овощи, болгарский перец, огурцы, помидоры. Вот такой у нас будет сегодня ужин. Вот на этом я закончу свой фудбук. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр.
Всем удачи. Пока-пока.